Вот она наша Боня. Блин, прыгнула на меня и мне запачкала тут. Вот из-за этого я собак не люблю. Потому что они прыгают и пачкают одежду. Ну, конечно, понимаешь, что они это из-за любви делают. Ну, что ты наступил, что ли? Да, так начинается. Да, начинается, не закончится. Вот она как радуется. Вон какая там есть. Детская площадка есть. Мы с Лешей пошли погулять и полюбоваться красотой Красной Пахры. Так называется это место. В общем, Леша здесь тоже провел свое детство. Чуть-чуть. Но... Помнишь же все-таки что-то? Я все помню. В общем, тоже ворота, тоже пришлось спросить, что это заброшено, чтобы открыли. Когда-то санатории были. А, тут санаторий был? Да, Центральная коммунистическая партия Советского Союза. А, санаторий был. ЦК как-то. ЦК вроде. Как он там раньше назывался? Санаторий Дом отдыха Пахра. А. Ну, теперь это все заброшено и брошено. Смотрите, крапива. Чего вот нет в Испании, ну, по крайней мере, я не видела. Нет крапивы. Ну, может, кажется, в каких-то там северных частях. Может, есть, но у нас в Рио-де-Маре крапивы нет. Вот все вот это меня поражает форма вот елок. Что она такая вот и до полу. А в Испании из-за того, что мало воды... О, слышите? Церковь. Угу. Вот в Испании жарко, мало воды, и они еле имеют форму елки. Нет, сосны там, нет, там не ель, там сосны. Это же ель. Вот, а сосны имеют форму зонтичную. Красиво очень. Просто очень глаз радует это. Сейчас выскочит, скажет, что вы тут снимаете? Мне кажется, там кто-то еще живет, нет? Да, наверное. Ну, это частные дома. Нет, это санаторий, вот они, корпуса. Я уверена 100%, потому что у нас автозаводской вот дом отдыха был за городом точно такой. Ну, точно такие же вот, такие корпуса. А был абсолютно такие же. Вот раньше, и мы отдыхали, тоже ездили. Так было классно, шашлыки жарили. У нас там тоже речка. Так вспоминаю, ладно, прям давай. Со слезами на глазах. А сейчас все для простых людей. Тихо, сейчас все для простых людей закрыто, блин. Все только для этих богатеев, только все предусмотрено. И вот это, вот я считаю, что это медкорпус, скорее всего, был там, где проходили вот процедуры. Ладно. Ну да. И где персонал, наверное, тоже жил. Пойдем. Ну, в общем, вот так вот, видите. Очень печально. О, смотрите, тут какая. Пицца экспресс. 24 часа. Леша, вообще пипец. Можно 24 часа заходить и есть. Уж такого в Испании вообще нигде нету. А нет, на стоянках, наверное. На заправках, наверное, есть. Ну, это, наверное, типа тоже как. Теперь вид магазина днем. Вот что нам еще делать. Тут мы и ползаем без конца в магазин. Хоть какое-то занятие. Скрылась тут от Леши, чтобы он там не визжал. Вот смотрите, какие молодцы. Они тоже делают это распределение мусора. Очень здорово, хорошо. Молодцы. Выруби уже, блин. Красивый домик. Иди быстрее, но... Здоровья.
Вот чем я тебе, Леша, мешаю? Вот чем? Вот я иду сзади. Я даже ничего не комментирую. Так что ж ты кидаешь это все на мою камеру, а? Люди, осталось три дня. Я вернусь домой в Люрет, мамочки. До свидания. Пишите свои комментарии.